А, Юра, а где он? Ну ладно, он опоздал, пошел нахуй. Узнаю его по хрусту кустов. Я уже группу обучающихся нашел. Я еду, как бы обычно, через лес, куда ты приедешь. Я всегда проваливаюсь. Я выехал вот там, за 22-м домом. То есть максимум, да, что мы делаем, это вот руление там какое-то, педалирование. Педалирование. И все. Юра, что за позор? Юра, а что так быстро доехал? Прикатать это, если хочешь, мелко. Тебе надо прикатать вообще что угодно. Давай прыгнешь вот этот бордюрчик небольшой. Давай прикатывай. Давай прикатывай. Юра осваивает дичайшую фигуру огромного размера. Юра, что это было? Я ненавижу тему, когда не видно, куда ты едешь. Да. Он даже плавнее, чем тот предыдущий. Даже гума может это прыгнуть. Гума, блин. Да, ну что. Оп, гума смог. Вот так вот надо приехать. Юра, твой выход. Все это сделали. Ты перекрестился? Давай, Юр, подлети хоть немножко. Ну, это уже кое-что. Ух. Юра, тебе понравилось, я смотрю. Ты смог над собой усилие психологическое. А вот ты бы чаёк бы лучше приносил, чем фразы отпускать. Какой чаёк? Может, ну, тебе ладно, какаву ладно. Еще, блядь. Чё ещё? Может, тебе какаву, блядь. Какао вообще неплохо, блядь. Кофе, может, тебе. Шампанского.